Шуламит Шура, бат Адина Руаха Шенка, Михена Баганеден. После знаменитых раввинов, как Рабай Бабаев, мой братишка, разговаривать очень тяжело. Но, соединив их слова, я всю свою тему, которую я готовил, убираю. И я должен буду вам рассказать две истории, как эти истории связывают нас с этой женщиной. Во-первых, слово Шуламит от ивритского слова «мушлемет» значит «полноценная». Женщина, которая со своим супругом живет до последних своих дней, правильно воспитывает своих детей, она же является полноценной женщиной. Один день мне было 10 лет. Мой папа мне сказал: «Джонни Дедеш, мы идем в синагогу с папой», и он говорит: «Откуда есть обязанность, что на шаббат ты должен кушать? Поститься не имеешь права». Я говорю: «Откуда? Я не знаю». Он говорит: «У нас есть три молитвы. Одно слово в трех молитвах меняется разными формами. Одно из них – «бо», второе из них – «ба», и третье из них – «бам». Давайте посчитаем все гематрии, сколько выйдет. «Бо», «бет» и «вам» будет 8. Это мы читаем на шахарит в субботу утром. Потом мы говорим «ба» в пятницу вечером. И на минха шаббат, что мы говорим? «Бам». «Ба» будет гематрия 7. «Бо» гематрия 8. 7 и 8 будет 15. И на минха шаббат мы говорим «бам». «Бам» 42. 42 и 15 будет 57. 57 на иврите будет слово «зан». «Хаэль хазан отану». «Хашем, кто нас кормит». Это секрет в молитвах, где человек обязан кушать на шаббат. Узнав сегодня, что ваши родители жили вместе 57 лет, я понял, что святость субботы у вас была в доме. И сегодня не всем Ашем доверяет у них в доме иметь синагогу. Я имею дома синагогу у себя. Один мой друг пытался иметь синагогу, 2 месяца синагога закрылась. Он говорит: «Моя жена что-то меня с дома выгнала. Этот заходит с туфлями, этот заходит делает так, этот заходит делает так». Ашем ищет доверенных людей. Кто имеет экстра гостеприимство, только им доверяет иметь синагогу в доме. Из-за этого я хочу вам сказать, Мулой Лову, и ваша супруга Шуламит Шура бат Адина, правильно вы воспитали ваших детей. Ваш старший сын Миша, он профессиональный парикмахер. Amen, amen. Где я не каждому доверяю сесть и постригаться или своих детей посадить. Но когда мы заходим к вашему сыну в магазин, мы уверенно сидим на его кресло, где он профессионально от всей души ставит все, чтобы вы оттуда вышли красивым. Итак, все ваши дети...